Адыгея – волшебный край первозданной природы. Немного есть мест на земле, завораживающих своей бескрайней красотой. Здесь легенды собираются облаками у вершин гор, чтобы рассказать о себе бесконечными лентами водопадов, переходящих в строптивое течение горных рек знаменитого Кавказского биосферного заповедника. Получить в собственность фрагмент легендарной адыгейской земли размером в 72 гектара – большая удача. Только настоящий хозяин, человек, способный перспективно мыслить, сможет оценить и распорядиться этим природным сокровищем. Земля находится в уникальной климатической зоне. Почти на равном удалении от административной столицы Кубани города Краснодара и столицы зимней Олимпиады Сочи. А до столицы Адыгеи Майкопа всего 25 километров. Такое месторасположение говорит о реальной перспективе развития по многим направлениям. Одно из них, давшее этому месту известность – фабрика декоративных растений «Зеленый рай». Это готовое производство, обеспеченное всем необходимым для полноценной работы. Имеется 4 функционирующих теплицы, по 700 квадратных метров каждая, плюс 2 теплицы без покрытия и 6 теплиц на стадии фундамента с металлическими конструкциями. Проведены водоснабжение, канализация. Объект имеет и полный пакет проектной документации на строительство и все необходимые коммуникации, а также свой съезд федеральной трассы, что также немаловажно для успешной работы предприятия. Климатические условия региона благоприятствуют для выращивания хвойных растений. Учитывая растущий спрос на декоративные растения для ландшафтного дизайна и озеленения населенных пунктов, это прибыльный, интересный и перспективный бизнес. Стоит учесть и выгодное расположение земли на пути туристических маршрутов и близость таких популярных мест, как Хаджок, плато Лаганаки и Гузелиполь. А имеющийся на участке живописный пруд размером 50 на 100 метров подсказывает, что территория отлично подойдет для размещения туристического рекреационного центра. Во всем мире растет популярность авиации общего назначения. Здесь можно построить частный аэродром и организовать аэроклуб. Места достаточно и под самолеты, и под вертолетные площадки. Уникальное местонахождение участка можно использовать и под строительство жилого поселка. Кто бы отказался иметь современный уютный дом вблизи Кавказского заповедника? Это всего лишь несколько вариантов функционального использования земли. У вас их должно быть гораздо больше. А пока решайтесь, что вам больше нравится. Собственная фабрика декоративных растений, рекреационный центр с рыбалкой, свой частный аэродром, коттеджный поселок, а может быть все вместе, 72 гектаров земли хватит на все. Главное – стать первым и приобрести эту землю.